душа, как музей редких и удивительных вещей. Ничего не проходит бесследно. Здесь хранится все, от детских открытий до взлетов и падений взросления. Здесь всегда есть место чуду. Это бескрайняя галерея портретов. Здесь нашлось место каждому, кто принес с собой частичку любви. Огонь творчества, огонь знания. Сплетаясь разными судьбами, каждый портрет ищет другого в тысячах воплощений и жизни. Чтобы найти абсолютное звучание –